два учреждения аккредитованы на нашем городе. На прошлой неделе, да, наши учреждения, два лечебных учреждения были аккредитованы министерской комиссией, и родильный дом, и городская детская больница получили уже аккредитационные сертификаты как клиники дружественные детям. Клиника дружественная молодежи наша, Центр первичной медико-санитарной помощи, получила аккредитационный сертификат. Что это значит? Какие-то специальные... Это означает, что уровень оказания медицинской помощи соответствует всем нормативным требованиям, и мы идем с европейскими требованиями.